Кажется, вот уже достиг человек своей цели. И, пожалуйста, все идет к чертовой бабушке. У нас в колхозе еще до войны дело было. Колхозный счетовод 3 года сватал девушку. Она телефонисткой при сельсовете работала. Он ее сватает, а она не идет за него, потому что он ей совершенно не нравился и никакой к нему любви она не питала. Но он, собачий сын, все-таки своего добился. Согласилась она выходить за него от отчаяния. До того надоел он ей своим приставанием. А она, эта девушка, заплакала и подругам так и сказала. «Выхожу за него, милые подружки, потому, говорит, что никакого покоя от него не имею, а вовсе не по горячей любви». Но одним словом пришло дело к концу. Записались они в ЗАГСе. Вечером счетовод гостей созвал. Сидит за столом, сияет, как блин маслом намазанный. Довольный, невозможно гордый собой. Как же, 3 года сватал и на своем все-таки поставил. И вот он гордился, гордился, а через полчаса тут же за столом ноги протянул. И знаешь, по какой причине? Вареником подавился гад. От радости или от жадности, этого я не могу сказать. Но только глотнул он его целиком, не жевавши. А вареник, ты помоги ему дыхательное горло. Ну, и готов. Так за столом сидя и овдовела к своему удовольствию наша новобрачная.